партия «Единая Россия», единственная у нас в стране, сегодня здесь в республике, если мы голосуем в Якутии, взяла на себя ответственность на открытый разговор. Разговор с населением. Взяла на себя ответственность для того, чтобы будущие кандидаты, которые пойдут на выборы от партии «Единая Россия», были наделены народным доверием. Это большая ответственность. Любая партия определяет только своих участников, тех, которые члены партии, тех, которые много лет работают ради партии, тем, которым партия считает, что должна доверять. А сегодня «Единая Россия» берет народное доверие. И это большая ответственность. Для партии это большой экзамен. Те люди, которые уже работают, уже депутаты Государственной Думы, которые не смогут получить доверие своих будущих избирателей, они не пойдут уже на выборы. Я думаю, что на этот шаг серьезный партия идет только потому, что нам надо объединиться. В трудную минуту быть вместе вокруг своим президентом, чтобы курс нашей страны, России, был только на будущее, на развитие. Хочу сказать большое спасибо всем нашим ребятам, которые участвуют в партийном голосовании. Это 15 человек. Это ребята, которые взяли на себя ответственность за будущее своей страны. Взяли ответственность и поддержали партию. Всем ребятам, которые сегодня работают в избирательных участках, это большая команда ребят, которые тоже взяли на себя ответственность организовать эти выборы, организовать прозрачность этих выборов, организовать, чтобы... Вот видите, как ребята обращаются все? Здравствуйте, подойдите, пожалуйста, возьмите бюллетень, бюллетень двусторонний. Вот эти объяснения, отношение к людям, вежливость наших счетных комиссий, волонтеров, которые пришли на эти участки, заслуживают особого внимания. Я им хочу через систему массовой информации сказать слова искренней благодарности и важности той работы, которую они сегодня делают.